Кофейня «Вкусный акцент» распахнула свои двери 23 февраля и уже зарекомендовала себя как заведение нового формата для гурманов, которые ценят свое время. Здесь делают акцент не только на вкусе, но и качестве. Первая изюминка. Мы работаем 24 часа. У нас совместно магазин с кофейней 2 в 1. У нас эксклюзивные товары из Армении, а также эксклюзивные десерты в нашей кофейне готовим ручной работы. Кофе у нас бразильский. А обжарку делают в Армении, приводят сюда. И уже здесь мы делаем для вас самый вкусный, самый лучший кофе. С момента открытия кофейни за каждые 300 рублей в чеке посетители получали лотерейный билет с номером. И в минувшее воскресенье в шумной и веселой обстановке организаторы наконец разыграли подарки. Каждому участнику бесплатный кофе на выбор и фото на память. В этот день раздали много подарков. Их предоставили партнеры кофейни. Но главным призом от «Вкусного акцента» стал iPhone 10, который достался только одному счастливчику. Сейчас прям торжественно. Настоящая классная десяточка «Вкусного акцента». Очень рад, очень доволен. Надеялся выиграть. Как бы приехал за айфоном. На что надеялся, то и получил. У нас было 17 билетиков, да. Мы любим топить кофе, очень вкусное, классное кофе с сыром. Выиграли, значит, подарочный сертификат на 2000 и вот такую клевую салфетницу. Какая классная, я так еще не видела. В кофейне «Вкусный акцент» планирует и дальше баловать своих посетителей подобными акциями. Отведать вкусный кофе с десертом или приобрести деликатес из Армении в любое время суток можно по адресу улица Парковая, 60, корпус 2.